Nu, lielāka sūdzība es nevaru pret latviešu valodu kā tādu. Pret latviešu tautu kā tādu. Pastāviešana briesmīgi apdraudēta. Un tagad nedomāju, ka šis referendums būs bez sekām. Kaut ko jau atkal Maskavas institūts pētīs, un Smoļenskas institūts kaut ko tā ražos atkal. Kaut kādu negāciju. Я буду голосовать за русский язык, потому что ну, мы живем в Латвии, у меня дочка и внучка, и мне не безразлично будущее моих внуков и детей. Ir svarīgi, ka mēs nekad neesam konfliktējuši savā starpā kopš 18. Gada Latvijā, kad ir bijis dibināta, viņā ir dzīvojuši dažādi tautību cilvēki. Katram no viņiem ir bijis tiesības runāt savā valodā, bet tas, kas viņus ir apvienojis, ir bijis valsts, kuras vārds ir Latvija un kurā runā latviešu valodā. Un latviešu valoda ir tā, kas mūs apvieno nevis šķeļ. Да, латышскому языку угрожает исчезновение, но отнюдь не из-за референдума, а потому что генетические носители латышского языка массово покидают добровольно эту страну в поисках лучшей жизни. В случае латышского населения, которое сократилось за последние, находится правящая бюрократия, а внизу... Мы получим около 250 тысяч человек. Это не будет абсолютное большинство. Этого недостаточно для того, чтобы юридически получить статус второго государственного языка. Но этого вполне достаточно для того, чтобы громко заявить и потом на международной арене требовать представления русскому языку, скажем, статуса регионального языка.